Здорово! Предпоследняя серия по рейтингам FIFA 17 врывается на ваши экраны. Поехали! Первый у нас Давид Дехеа, рейтинг 90. Ебать, я когда просто это увидел, я просто охерел. Если честно, рейтинг 90, у него был 86 в предыдущей FIFA. 90 в этой, бля, я конечно понимаю, что Дехеа классный вратарь. Дехеа действительно сейчас один из лучших голкиперов в мире, просто нереальный сезон, два подряд сезона выдает за МЮ, тащит на себе МЮ, но не на 90, если честно, а так вот честно, карточка выглядит бомбезно просто. Дальше у нас Роберт Левандовский, у которого был рейтинг 87, стал 90, ну, тоже, как по мне, немного завышенный рейтинг, если честно, ну, хороший сезон, лучший бомбардир Бундеслиги, лучший бомбардир Баварии, тащит, забивает много, хорошо на Евро сыграл, хотя только один гол забил, но, в принципе, был полезным для команды, я смотрел много игр Польши. Так что рейтинг, как по мне, немного завышен, я бы 89 дал. Джером Боатенг, рейтинг 90, был 87, абсолютно согласен. Джером сейчас является лучшим защитником в мире, абсолютно суперский защитник. Карточка просто шикарная, получит информ, там будет вообще что-то бомбезное со статами. Абсолютно с рейтингом согласен. Златан Ибрагимович был рейтинг 90, остался рейтинг 90. Собственно говоря, перешел в Манчестер Юнайтед, будет интересно посмотреть на него в АПЛ. Хотя он уже, в принципе, там неплохо играет, по-моему, в 5 играх 4 мяча забил, тащит на себе Манчестер, там как бы вот кубок уже выиграл, поэтому, как по мне, карточка абсолютно заслуженная. Гаррет Бейл был рейтинг 87, стал 90, ну вот этот человек реально в этом сезоне стал машиной. Он затащил Реал в Лиге Чемпионов. Он почти затащил Реал в чемпионате Испании, пока Криро был сломан. Он на себе затащил Уэльс в полуфинал чемпионата Европы. И, как по мне, рейтинг абсолютно заслуженный. Мануэль Нойер, рейтинг 92, был, по-моему, если я не ошибаюсь, 90. Да, я не ошибаюсь, у него был рейтинг 90, получил 92, но действительно лучший голкипер мира. Я не знаю, в ближайшие года 3-4, наверное, никто не сможет сравниться с Ману, поэтому абсолютно рейтинг заслуженный. Ну и Луис Суарес был рейтинг 90, стал 92, лучший бомбардир этой какого Ла Лиги. Да как бы больше про него и нечего сказать, охеренный сезон выдал с Барселоны, как бы только выиграл чемпионат Испании и кубок и суперкубок, но при этом выдал свой лучший сезон в карьере, поэтому апгрейд абсолютно заслуженный.